Легким движением руки Ульяновское Засвияжское депо превратится в межрегиональный сервисный центр по обслуживанию современных трамваев и троллейбусов. Реконструкция места, где ночуют электрические кареты – один из этапов полномасштабной региональной программы модернизации наземного электротранспорта. Проект рассчитан на 3 года. Общий объем финансирования всех мероприятий, которые запланированы, составляет 13 миллиардов рублей. Программа комплексная, состоит не только из обновления подвижного состава, а здесь у нас предполагается закупить новых 140 трамваев, 40 троллейбусов. Первые 70 новеньких трамваев начнут колесить по городу уже в этом году. Еще 70 выйдут на маршруты в 2021. Новые трамваи и троллейбусы будут максимально компьютеризированы. Зимой и летом автоматическая система контроля воздуха. Ну а маломобильные пассажиры с помощью специальных переговорных устройств будут держать напрямую связь с водителем. Также транспорт оснастят спутниковой навигацией, системой видеонаблюдения. 40 современных троллейбусов для перевозки пассажиров из Заволжья поедут в следующем году. Все они будут иметь так называемый автономный ход. Троллейбусы смогут спокойно преодолевать 50 километров без подпитки. Это позволит доставлять пассажиров с одного берега на другой. Запланирована и большая реконструкция путевого хозяйства. Порядка 77 километров рельс будет заменено в течение ближайших 3 лет, начиная с 2021 года. Одним из первых о глобальных планах сотрудникам Ульяновского электротранса сообщил губернатор Сергей Морозов. Глава региона посоветовал сфотографироваться, а также запечатлеть в памяти старый подвижной состав. Совсем скоро и это станет историей. Все это будет заменено. Все это будет совершенно изменено. Не будет этих смотровых ям, не будет ничего. Будет, так сказать, там великолепные наливные полы, будет совершенно другая инфраструктура, рабочее место. Да, это будет стоить колоссальных денег. Таких, может быть, денег одномоментно никогда, даже когда создавался трамвай, не вливались в инфраструктуру. Губернатор также вручил благодарственные письма работникам предприятия за преданность любимому делу. Пришла случайно, неожиданно, временно пришла. Мне очень понравился коллектив, очень дружный. И увлился в коллектив, стала мне моей семьей. Сегодня на улице города ежедневно выходит 110 трамваев и 46 троллейбусов. Рената Люлова, Александр Кудряшов, новости Улправды ТВ.